Вас на сегодняшнем митинге. Сегодня здесь присутствуют активисты, которые против строительства завода «Кроношпан» в Уфе. Откликнитесь, пожалуйста. Также я вижу активистов против строительства завода «Акрилового» в городе Салават. Здесь сегодня присутствуют представители политических партий, кандидаты, наблюдатели, все те, кто участвовал, принимал активное участие в этих выборах в Курултай Госсобрания Республики Башкортостан. Все те, кто не согласен с итогами этих выборов. Друзья, я только так могу к вам обращаться. Итак, сегодня у нас не просто митинг, а народный суд по делу результата выборов в Госсобрание Курултай Республики Башкортостан. Ответчики, народ, граждане, которые не пришли на выборы, власть республиканская, а также муниципальная, ЦИК Республики Башкортостан, включая ТИКи и УИКи, ну и, конечно, МВД Республики Башкортостан. И сейчас я хочу пригласить сюда, дать слово активистам.